Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас будет интересный видеосюжетик, связанный с шурфологией. Начинаю видеосюжет непосредственно в машине, потому что за бортом у нас очень сильный ветер. И хочу вам сказать, этот у нас шурф оказался одним из самых удачных. Хотя, по видеосюжетам вы видите, что у нас практически все видеосюжеты, связанные с шурфами, все классные. Были у нас и медали дорогие, были у нас и монеты двушки 25-го. Но этот шурф вообще превышает все мои, я не знаю, эмоции. С этого шурфа мы подняли три шикарных дорогих монеты. А что за монеты, вы увидите. Так что смотрим, будет очень интересно. Не забываем поставлять пальчик вверху. А если первый раз пришел к нам на канал, подписывайся. У нас очень много вкусного. Так что смотрим, приятного вам просмотра. Итак, ребята, всем привет! По традиции, да, ребята, по традиции. За спиной темнота, за спиной тишина и только луна. Сегодня я приехал на деревушку на нашу. Народу здесь нету, со мной никто не приехал, только Кинг. Кинг у меня приболел, вот сейчас его водкой отпаивал. В общем, я зашурфился, и у меня несколько советиков, и сюжет начал из-за того, что у меня получилась первая медь, крупная медь в углу фундамента. Вот, так что Серега с Яриком подъедут, наверное, уже через час. Вот, Рустик, наверное, завтра утром. Вот, в принципе, деревня пустая, мы только вдвоем. Тишина, никого нет. Только там вдали где-то работает комбайн или что-то в этом роде. Вот, так что не знаю, что из этого выйдет, но видеосюжет начался, значит, у нас что-то отыскалось. Так что приятного вам просмотра. То, ребята, вот такой вот фундик я разработал, небольшой. Здесь пусто, а вот в этом эпицентре были монетки. Итого 5 штучек поднял, советики. Все как бы поздние, ни одного раннего. И вы знаете, из-за чего я стал снимать? Только благодаря вот этой... вот этой крупной монете. Смотрите, что это. Это медная трешка 24. Сохран хороший. Хороший сохран, ребята. Рельеф высокий. Ударов вмятин нету. Небольшая зеленка. Ну, я думаю, с этим я справлюсь. Монетка будет шикарная. Вообще классная, гурт гладкий. Меня очень часто спрашивают, где я беру стоимость монет. Все очень просто. Через Play Market скачивайте бесплатную программу «Монеты России и СССР». У этой программы много возможностей и функций. Прямо на копе, без доступа в интернет, вы сможете определить, насколько ценный экземпляр вы откопали. Давайте я вам покажу на своем примере. 3 копейки 1924 года. И как мы видим, базовая стоимость составляет 400 рублей. И это цена монеты в хорошем состоянии. А также мы можем легко определить, а попадает наша монета в разряд редких разновидностей или нет. Давайте пробежимся по меню каталога. Здесь найдете ценник на все монеты советской эпохи. Юбилейные, пробные, монеты местного выпуска. Можно и оценить монеты нынешнего времени. Тут вы найдете и статьи, как чистить монеты, и многое другое. В общем, скачивайте и пользуйтесь. А сейчас возвращаемся на шурф. Вот зачет. Классно. А, неплохо вообще. Уже итого 6 монет. Я думаю, на ночь здесь можно остаться. Перспективы есть. Он, конечно, вот здесь вот видите, ковыренный в этом году. Там ковыренный несколько лет назад, непонятно. Вот, и я сейчас срезаю
именно холмик, вот это вот. Потому что, я так понял, срезали здесь, а вот этот холмик может быть накинут. Но я почему здесь шурфлю? Потому что стены подрезаю, засыпка не сваливается, она плотная. Это означает, что здесь не шурфили. Ну и, как вы видите, 6 монет вот на этом участке. Глубже я не углубляюсь пока. Срезаю всего-навсего на 1,5 штыка лопаты. Вот, потому что находки как бы идут на 1,5. А потом уже посмотрим, что там глубже. Может быть, и царизм начнется. Че там? Кто там? Смотрите, у Кинга глаза. Где глаза? Кинг? Ты где? Вот он. Немножко он приболел, сейчас я ему водочки давал. Вот. Чуть позже, наверное, еще попробуем. Так что вот так вот. Совсем не ест. Наверное, мясо не совсем свежее съели. Ладно, копаю я Саська, ребята. С Сасечкой, со своей любимой. Но шурфе этого достаточно. Так что ладно, продолжаем. Итак, ребята, того же прозвонка, где я вытащил трешку, продолжался сигнал. Жалко, не было со мной никого, кто бы, наверное, онлайном бы снимал, потому что сигнал как бы такой прочный, звонкий, классный, твердый такой. И вот смотрите, что-то медное, крупное. А, ну это пятачок, 24-й год, смотрите, сохранчик-то. Блин, две монеты, а здесь вот, здесь уже как-то что-то. Блин, с одного уголка. Смотрите, камень. Не знаю. Ну, это вряд ли закладной. Вряд ли. Блин, классно. Сопуточка лезет. Горшочки. Так что ладно. 1,5 штыка. Пока достаточно. Опа, что-то у меня колено. Повредило колено, ребят, по молодости. И теперь оно меня беспокоит. Хожу все время в бинте эластичном. И сейчас оно у меня поскуливает. Вот, ништяк. Крупная. Медь. О, красавчик, а? Шурф уже не зря приехал. Ладно, только начало. Жду пацанов. Вот-вот должны приехать. Итак, ребят, кругом тишина и темнота. Мертвый из космоса. Да, и вот приехал Серега. Здорово. Зашурфились. Он поднял несколько монет отсюда вот. 20-ка, 15-ка, 10-ка. И я на пасашок, ребят, решил вам заснять вот такую монетку. С одной стороны, красивая. Старый пятачок. А год, к сожалению, неинтересный. 30-го года. Это последняя находка сегодня. Сейчас мы отправляемся спать. Да, малыш? Упал. Спать пойдем? Пойдем спать? Пойдем, солнце-то мое. Устал. Ладно, пойдем мы с Серегой к столу. Возвращаться будем на пасашок и спать. Встретимся утром. Только утром. Так что все. До новых встреч. Итак, доброе утро, ребята. Ну да, в принципе, доброе. Разбудили меня в окошко стуком. Тук-тук-тук. Завтрак, сэр, готов. И действительно, ребята, редко, когда я говорю, что утро доброе. Но видите, шеварит, шуршит. Молодой комрад до сих пор спит. И у нас завтрак. Завтрак на вкуснейший. Завтрак туриста. Завтрак туриста? Сережка, смотрите. Яички с колбаской, с горошком. У тебя вкусняшка. Осталось только чай. Сереж, чай где? Я прям без чая не могу завтракать. Потому что я буду чай ждать. Много витаминов. Я буду чай ждать. Сереж, чай давай готовь. Ребят, вон там вчера ночью я не снимал. Два комрада, вернее, сначала три было. Ночью уехал один. Вот. И сейчас там одна машина осталась.
А, нет, это они остались там, ё. Это другая ма... Нет, наверное, это были какие-то другие. В общем, ребят, он там, я познакомился с комрадами. Да ладно, что долго говорить, мы сейчас позавтракаем, к ним приедем. Вы охренеете, что они нас искали. Охренеете. Смотрите, какая. Ох, красота. Красота, ребята. Как говорится, фото-селфи делают. А, вкусняшек. Вот вкусняшка, ребята, завтра сегодня. Рядового копаря. Рядового копаря. Какие мы рядовые, Сереж? Мы уже... Ты сколько копаешь уже, блядь? Лет... Ты 13 лет копаешь. Я 9-й год. Какие мы рядовые? Мы уже совсем не рядовые. Мы, наверное, в звании, если в воинском посмотреть, наверное, капитан-майор где-то в этом... Да-да-да, капитан-майор. Кенгурка тоже такой же шмат и мясо сейчас съел. Ладно, ребят, по находкам я отчитаюсь, что за ночь поднял. Мы ковыряли здесь, сначала я один, потом Серега и вон там вот. Ну, немножко подняли. Сережка тоже подняла немного. Ну, так что ладно. Завтрак туриста и снова в бой. Думаю, интересное будет. Утро начинается здорово. Откуда-то вон человек выполз в одеянии странном. А еще только что комрады вот подъехали. Поздоровались. И они вон к тем вон поедут посмотреть на очередную сенсацию. Но я вам про нее еще покажу, ребят. Мы тоже чуть попозже туда поедем. А человек он тут очень странный. Откуда он выполз? Непонятно. Где он? А вот он. С пакетом ходит. В пакеты собирает монеты. Да, странный человек. Причем выполз откуда-то непонятно. Машин нет, ничего нету, блядь. Откуда вышел, хрен знает. Ладно, пойдем. Я прибор оставил, поздоровался с пацанами. А эта деревня никогда пустой не бывает. Постоянно кто-нибудь приезжает. Колено болит, ребята. Хожу, хромаю вместе с Кингом. Кинг на левую лапу, и я на левую ногу. Как-то так. Пацаны там продолжают шурфить ранее кем-то начатый фундамент. Не знаю, посмотрим. А я вот как раз вот здесь вот обосновался. Ну как обосновался? Подозрительный какой-то кусок. Не на линии домов, а вот странно. Такая насыпь, камни, кирпичи. Кирпичи старые. Может быть, здесь баня была или что-то в этом роде. Сейчас прозвоню вверха, если что интересно будет. Сигнал ковырну и заодно засыпку посмотрю. Итак, ребят, Серега на фундаменте остался один. Ярик, к сожалению, засопливился. Голова у него заболела. Вот, а я хожу вокруг вот этой шишки, про которую я вам говорил, и вызваниваю сигналы. И вот в этой ямке был сигнальчик четкий. Я даже не представлял, не предполагал, что это будет монета. Выпала она вот так. И еще подумал, ёшкин кот. Двушка с таким звонким сигналом. Перевернул, а тут та-дам! 10 копеек серебряные. Год, к сожалению, пока сказать не могу. Вот она, первая серебрушечка сегодня. Пойдет с почином, с хорошим серебром. Ладно, красота, жарко. Уже разгонишались. Солнце светит в полном свете. Кинг у меня устал. Ищет место, где бы постоянно прилечь. Итак, ребята, я вам обещался в видеосюжете, что вам покажу того счастливчика, второго счастливчика в этом году, который поднял копеечку, нет, две копеечки, 25-го, и вы сейчас узреете. Находки, в принципе, такие банальные, но есть вкусняшки. И сейчас я заодно вас познакомлю, это Леха, мы с ним как-то в свое время встречались на копе. Так, смотрите, за ночной выход. Получилось вот такой... Ух, там даже медаль с
Ну-ка, Сереж. Вот так вот, ребят. Я не знаю, чем хорош шурф? Можно найти разных вот таких вот штучек. Так, что здесь? Это охуенный? Кольцо серебряное. Крестик серебряный. Так, монетки, все банально. Ничего интересного. Вот такой вот раритет, ребята. Целая, смотрите. Вот такая солидная цепь. Прям солидная такая. На ней икона была. Видишь, эта часть гвоздика, которая крепилась икона. Видишь, осталась. То есть это у нас от иконы, висела икона. Крест. Ой, крест, медаль. Наше дело правое. Кстати, право-влево сейчас тоже. С накладочкой. Вот, и самое, что я вам хочу показать, смотрите. Та-дам! Нечастая вещица, это сенсационная вещь. В этом году у нас уже была поднята дважды. Двушка 25-го года. Редкая и дорогая монета. Так что Леху можно поздравить с такой находкой. Да, в таком внешнем виде не менее 60 тысяч. Так, ну и там еще одна интересная находка у нас появилась, смотрите. Короче, Леха сказал, это какой-то ким там. Смотрите, какая-то непонятная вещица. Я сначала подумал, ВЛКСМ. Ранний был какой-то. Это вообще какой-то другой. Да, это какой-то. Это что, раннего. Я заблуждение настроил. Да. Я постараюсь информацию найти и вам приложить, что это за знак. Я впервые просто такой вижу. Надо это. Были подобные, мокрым, были подобные ким. И в ЛКСМ. Мне кажется, просто длинные буквы какие-то. Не знаю. В два ряда. В два ряда. Ладно, сейчас посмотрим, потрем, посмотрим. Интересно, диковина. Но самое главное, это двушка 25-го. Вот он, владелец. Мои поздравления. Чуваку повезло. Так что ладно, продолжаем. Интересно, что-нибудь у нас еще выскочит обязательно. Не, все. Жаба.